Ветерок. Это Венера. 65 миллионов километров до нее. По крайней мере, сегодня, 29 февраля 2020 года. Побежала. Будем искать. Уже практически полная темнота. Сияние от Венеры, как и ожидалось, усилилось от серпика этого. Да, на сумеречном небе, на светлом гораздо лучше, по-моему, было. Досаднее всего, что ветер не стих. 20:33 по Киеву с приходом, с заходом солнца. Ну да ладно, поехали снимем луну и уже будем по домам. При таком темном небе уже это сияние снимать без фильтров нет никакого смысла. Так, это Венера. А вот это луна. Она. До Луны 382 тысячи километров. Рукой подать. Да, ветер. И что ты будешь делать? Вот одного объектива сантиметров на 40 торчит, как Эйфелева башня. Парусность такая же. Того и гляди, унесет весь фотоаппарат вместе со штативом. Да, ну ветер трясет камеру, что ты поделаешь. Кроме того, что выключишь камеру и пойдешь домой. О, стих ветерочек, и смотри, как сразу все, красота какая. И вот и он легок на помине. Лады. 29 апреля 2020 год, Харьков, 20:37 по Киеву. Венера есть, луна есть, и на том спасибо. Huh.